Да, предлагаю вашему вниманию видео Москва-Красноярск. Видео полное, ускорено в 3 раза. И уже имеет... Вернее, долгое время находилось, пока вот в архиве, в резерве. Не было времени обрабатывать. Стартую в Москве. Как видно, из даты, когда же это было-то? Февраль или март. Ну, в общем, прошло 2 или 3 месяца. Может, больше. Всегда во время, перед стартом, неприятное ощущение того, что начинаются пробки, затруднения. К этому факту привыкнуть, наверное, невозможно. На протяжении многих лет сразу хотел бы, сколько времени потерял в этих пробках. Объявление подсчитать, появился новый пользователь, который будет размещать полное видео. Временами слышать логин дороги. Фон — это, не знаю, изменит название. Изменит название или нет канала в салоне автомобиля. Но логин дороги. Это съемка с дальнедорожного Лексика, что примите меры. Интересно будет мне посмотреть его видео. Конец февраля. Так что те, кто собирается на Дальний Восток, или просто интересно посмотреть страну, запомните логин дороги. Ну, это пытаюсь выехать, видите, постоянно, ну, небольшой организационный момент, короткая остановка. Ну, договорились и стартуем. В этом сериале увидите мой позор, как я лоханулся под Уфой. Вот. Ну, это уже ближе к месту, но показательно. На этом маршруте будем проезжать Кемерово. Этот участок я оставлю без ускорения. Как я?
Вот потихоньку приближаемся к МКАДу. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот вы слышали, наверное, проблема с незамерзайкой. Впереди камера. Очень тяжело. Приходится в дороге, когда при небольшой минусовой температуре незамерзайка, которая гарантирует там минус 15-20, при минус 5-10 уже замерзает. Поэтому нужно одевать незамерзайку своими руками, а именно покупать самогонный аппарат. Двойная перегонка, она без запаха. Но при желании можно добавить какие-то ароматизаторы. Это дальнобойщики на МКАДе уже обмениваются информацией. Я стараюсь перед стартом не смотреть Яндекс.Карты, чтобы лишний раз не расстраиваться. Это развязка над МКАДом. Ну, сделано еще во время Советского Союза, когда автомобиль блокал. На втором видеодорог 2. Это же видео будет и размещено. Сейчас эта развязка очень неудачная. Уже с оригинальным аудио. Вот, и те, кому интересно послушать, сразу пересекается много потоков. Бла-бла-бла. Вот, подождите немного. Все это нервирует водителей. Ну вот, МКАД стоит половина. Очень плохая развязка, очень. Кольцо остановили, но это просто банальная проверка документов. Это общаюсь с ведущим, он чуть приотстал. Дальше впереди остановит гаишник. Это просто проверка документов. Thank you.
слышу. Ну вот и на МКАДе. Ну вот так как-то. Впереди Бесединский мост через Москву-реку. Шестой в канале. Ведущий не отвечает. Далеко, видать, уехал. С левой стороны, по ходу, московский нефтеперерабатывающий завод. Ну, впереди, с левой и с правой стороны, крупные торговые центры. Дорожный полотно, раньше назывался более-менее птичий морозное, рынок, сухое. Сейчас называется садовод. С правой стороны будут приемлемые гипермаркеты. Температуру можете прикинуть по Белая дача, дымовым и другие столбам. Такие крупные гипермаркеты над трубами. За морозом. Развязкой впереди. Камера в спину. Контроль движения по обочине. Ограничение 100. Парк Кузьминки. Там же находится стрелково-стендовый комплекс и Московское высшее военно-командное училище. Движение более-менее приемлемые. 11-й километр Московской кольцевой автодороги. Впереди развязка с Волгоградским проспектом. Да, еду. И здесь начинается М5. Ну, это общение с ведущим. Трасса М5. С правой стороны Жулебина. С левой стороны верхний Кузьминский пруд и река Чурилиха. Чурилиха. Первый раз слышу такое название. Thank you.
Вот с этого места начинается федеральная трасса Н5. Я имею в виду развязку. По крайней мере, так указано на карте. Далее по ходу. А, еще рановато. Еще рановато. Ну, Рязанский проспект, я об этом скажу чуть позже. Немного опережая события, скажу, что на ночевку остановились на трассе, и ведущий катался по площадке в надежде найти какую-то связь с интернетом. У него Билайн стоит. Связи никакой не было. Вот у меня Мегафон и Теле2. Вот. Уверенный прием. Мегафон, уверенный прием был. Так что на порядке, или на, ну, не на правах рекламы, а в порядке информирования. Самая лучшая связь на трассах, на федеральных трассах России, это Мегафон. Ну, толкаемся. Скорость показывает 0, но у меня отсекается, после 10 начинается отражаться. Вчера, 9 мая, был грандиозный салют. Я разместил видео, но, к сожалению, видео не может передать все то очарование, ту красоту, то восхищение, какое вызывает реальная картинка. Это просто потрясающее зрелище было. Салют в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Далее, когда вырвемся из Центрального федерального округа, я более подробно отвечу пользователю под логином Дмитрий Г или Дмитрий Джи. Так, что такое? Да. Да. Ну говори, что там. Ну это мне же этот звонил Мегафон, они мне сделали скидку 50%. Вот, и много бесплатных функций это подключили. Да. Ага. Телефонный звонок сбил мысль, о чем говорил, не могу вспомнить. Ну, значит, у меня, говорю, Мегафон,
Мне дали, мне позвонили из офиса и спросили, буду ли я советовать своим друзьям, знакомым. Ну так хорошо, приедешь, потом это поговорим. Ага. Я ответил, понял, что даже без ихнего звонка я видео обрабатываю. Рекомендую Москва, Красноярск, для всех тех, кто отправляется в поездку по России, использовать мегафон, так как у этого оператора самая надежная связь по всей территории России, по которой я проехал, это от Мурманска до Владивостока, там до Якутска, значит, от Нижневартовска до Крыма. Самый надежный, ну как самый надежный, наиболее такой уверенный прием, это у мегафона. Мне сказали, что дает мне скидку 50%, вот, ну и там масса других каких-то привилегий. Ну, бог с ним, посмотрим. Так, о чем я говорил уже, не могу вспомнить. Более подробно я отвечу на ваши сообщения. Мы сейчас двигаемся по МКАДу, которые вы писали к видео. Ну, это когда слева, справа, вырвусь справа Новокосино из Центрального федерального округа. Там и интенсивность движения с левой стороны Новогиреево и больше, скажем так, времени, ну, для чуть дальше с правой стороны каких-то рассуждений. Просто для общения. Подмосковный город. Да, сбил меня телефонный звонок. В смысле? Так, сейчас будем съезжать с МКАДа на вылетную магистраль, шоссе энтузиастов. И здесь от МКАДа начинается трасса М7. Семерка. Погода ясная, в сторону небо чистое, практически полотно Владимира, Нижнего Новгорода, но влага подмерзла, ну, в общем, на восток. Ну, морозно на улице. Ну вот здесь в Балашихе сделали наконец вот эти развязки, и движение стало гораздо интенсивнее, гораздо лучше. Возможен затор в главной трассе. Ограничение 60. Много строится развязок в последнее время.
дороге. Столько это лет сосед было. Делает ремонт. Были мучения, постоянные пробки, толкучки. Ну вот, слава богу, можно увидеть, насколько движение стало проще. Двигаться гораздо комфортнее. Иногда вот останавливаюсь на светофорах, а так движение свободное. Звукоизоляция, конечно, отвратительная. Так, ладно. Покинули Москву. Балашиха. По три полосы в каждую сторону, развязки. Так, покидаем Балашиху, останавливались только на светофорах. Ну, совсем другая ситуация на трассе, если сравнить, например. Ну и еще не до конца закончили, года 2-3 тому назад. Да что такое? Жуть, что творилось. И всегда предпочитал объезжать Балашиху или через Рязань ехать на восток, или через Ярославль. Эфир помалкивает. Ну, это обычная картина, когда движение свободное, то общение в эфире очень вялое. Вот когда пробки, тогда общение резко возрастает. Идет работы по расширению проезжей части. Небольшой затор. Ну, это я жалуюсь на датакам. Ну, полный диалог, вернее, полный монолог услышите, кто будет смотреть полное видео без ускорения. Прыгаю, чтобы так трасса М7 в диапазон видео.
впереди. С правой стороны Старая Купавна. Да, хороший датакам 6 макс, но программное обеспечение еще сырое. Такое впечатление складывается, что когда приезжаешь в сервис-центр, они с одного снимают бракованного видеорегистратора и ставят тебе. Ну вот сейчас за деревьями Старая Купавна. Руки у наших ребят, конечно, с левой стороны впереди Монина. Ведущий звонит. Ну, условия движения вполне комфортные. Солнце с правой стороны. Движению не мешает. Трасса М7. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 90. Двигаемся в сторону Владимира. Пока Московская область. Ограничение 60. Временами работает радар-детектор. Предупреждает о том, что камеры активированы. Да, остановись, я отвечу, я снова провода, помню, вот, я просто не хаваю.
с левой стороны Обухова. Это перекресток с трассой Р-109. Налево поворот в Обухово. Прямо движение в сторону Владимира Нижнего. Ну и со всеми остановками. Трасса М7, улица Калинина, слева Обухова. И проехали Обухова. С левой стороны река вдоль трассы Клязьма. Сколько там? Ну, метров 500, наверное. Поворот налево, город Ельня. 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 На светофоре. Река Клязьма тянется вдоль трассы с левой стороны на разном расстоянии. С левой стороны по ходу движения Доможирова, Кутузова и Стомкина. С правой стороны новая подвязка подвязного с правой стороны. Приближаемся к развязке. Налево Ногинск. Направо Электросталь. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Thank you.
Движение свободное. Интенсивность временами слабенькая. Трасса М7 в сторону Нижнего Новгорода. Впереди плохая дорога. Ограничение 70. Информация старая. У датакама. Так. Осторожно, дети. Ограничение 70. Проехали поселок Новостройка. Ну, по карте ничего не вижу такого особенного примечательного. Активен радар-детектор. Мне Белтроникс. Белка. Белтроникс Ред. Один из лучших, на мой взгляд, видеодетекторов. Не путать с антирадаром. Антирадар — это устройство, которое обладает высокой мощностью для глушения сигнала и влияет своим излучением на окружающих. Это принципиально новый прибор. Вот. И не надо путать радар-детектор с антирадаром. И если вам в магазине продавец предлагает антирадар, сразу бегите от этого продавца. Так, с левой стороны будет поворот на Электрогорск. Ну и больше ничего такого примечательного на карте не вижу.
Много рекламы на 15-м канале. Что-то там говорю в салоне. Разобрать пока не могу. Заканчивается первая серия. Впереди развязка. Впереди камера. Ограничение 60. На трассу А8, которая приведет в Сергиев Посад. На развязке левый поворот, Сергиев Посад. Ну, у меня информация, видать, устаревшая уже. Трасса М7, А108. По новой классификации, наверное, по-другому будут называться. Ну, на этом комментарии первой серии заканчиваю. После обработки и размещения в интернете возьмусь за вторую серию.